Всем привет, мои бедные котики! Сегодня мы будем с вами играть в Бока-Бока. И мы с вами будем делать бесплатный магазин канцелярии. У меня тут ни одной платной локации. Все тут бесплатно. И мы еще будем с вами делать магазин канцелярии. Первым делом нужно зайти. Так. Извините. Достаем нашего персонажа. Здрасте. Здрасте, проходите. Так. Мы тут поищем что-нибудь для магазина канцелярии. Нам нужно сначала коробку, конечно же. Возьмем такую. И... какую бы еще взять? Нет, такую. Ладно, такую возьмем. Зачем это? Так, нужно сначала съесть еду. Я проголодалась. Так, берем коробку. Так. Ну, я вот уже нашла, вот тут есть такая ручка. Тут вот такой вот карандаш. Я думаю, это карандаш, но нам такого не надо, но я все равно возьму. Я думаю, это все. Так, будем выходить из локации. Так, следующее место у нас в магазине. Проходим. Так. Берем меня. Здрасте. Я думаю, что нам нужно взять вот этот вот глобус. Есть еще что-то, может быть. Я думаю, что тут больше ничего нету. О, компьютер. В школе же есть еще программирование. Или там что-то, да? Вы поняли. Здрасте. Все. Все, я не заплатила, ну все. Ладно. Мы сейчас пойдем на свалку. Не знаю, люди разные это по-разному называют. У меня тут бардак, потому что я делала крампетов. Признаюсь, я делала крампетов. Тут вот из этого вот сделала с кепкой и какашкой. Так, тут есть вот такой вот рюкзачок. Берем его. Это, конечно, не канцелярия, но все равно. У нас же магазин для школы. Вот, вот краски, альбом, конечно, разрисованный, но все равно мы его берем и выходим. Так, дальше мы, наверное, пойдем вот сюда, в дом Виты, где она живет со своей подружкой. Опа, привет, где Рита? Нет, Риты нету, она ушла. Можно я у вас каких-то вещей возьму? Да-да-да, конечно, берите. Спасибо. Так. Сейчас. Такая есть книжка. Такая. 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 Возьмем и поставим.
яички. Ставим их сюда тоже. Главное, чтобы они ничего не порезали случайно. Так, вроде бы тут больше ничего нет. Так что идем дальше. Так, дальше мы с вами пойдем. Тут много разной одежды. И тут у нас есть... Сначала нужно создать персонажа. Моего. Тут у нас есть My Melody. И Куроми я сделала. Так. Берем вот это вот. Фломастер. Ставим вот сюда. Потом клей. Ставим сюда. Я не знаю, нитки нам нужны, но я не буду брать. И еще вот это вот ножницы. И еще ножницы. Так. Идем дальше. На удивление, тут тоже есть канцелярия. Ну, как бы это не совсем канцелярия, но это только боком. Мы все сами придумаем. В самом конце, в магазине суши, можно, например, взять палочки, упаковать их вот тут вот, и будет такой, типа, пенал. Я возьму еще, потому что нам нужен не один пенал. Мы же все-таки как-никак в магазине делаем. Так, всех ложим их в коробочку. Главное их случайно не открыть. Опа, уже не влезает. Нам нужно вот во вторую коробочку. Так, сейчас мы пойдем. И мы уже везде ходили. Мне кажется, мы уже везде сходили. Да, мы везде сходили. Ребята, мы уже везде сходили. Я думаю, тут у нас не будет канцелярии. Тут, а тут еще есть. Я забыла, это не Боб Сити, но это есть у всех, это бесплатная локация. Кстати, тут есть бриллиантик для... те, кто играет только Бока, кто только начал. Просто я его забрала. Так. В смысле ты держишь коробки, ладно. Вот такие у нас бумажки. И такой вот можно еще взять. И мышку возьмем. Так. У нас тут уже гора канцелярий, но для магазина канцелярии это мало, но я как бы больше не нашла. Так что пока будет вот так. Так, я вам сейчас покажу, где нам сделать магазин. Да-да-да, вот тут вот. Вы можете выбрать абсолютно любую лавку, но мне кажется, больше всего будет подходить вот такая вот лавочка, вот такая, потому что, ну, тут написано fish and chips, тут пицца, тут, конечно, тоже леденец, но может быть, типа, магазин или леденец, магазин канцелярии, типа, ну, вы поняли меня. Для мальчиков, которым не нравится, что она розовая, ну, можете использовать этот, тут тоже может быть магазин fish and chips. Так. Нам нужно взять наши коробочки и съесть все, что в этом магазине. И тогда мы уже будем обустраивать. Я вырежу, как я все съедаю, то это будет долго. Вам, наверное, будет неинтересно смотреть, как я живу. Так что сейчас я приду. Ребята, бедный мой персонаж. У него, наверное, после видео будет понос. Здрасте, женщина, здрасте. Вы зачем с ними сладости съели бесплатно? Вы тут больше не работаете, женщина, я теперь тут работаю. А, ну ладно, до свидания, все, я пошла. Как же я хочу это убрать, но ладно. Я вам сейчас буду показывать, как обустраивать. Все, здрасте всем, я тут работаю теперь. Так, вот это вот я, наверное, выкину, потому что... А кофе, кстати... А, нет, уже все, я выкинула. Так, короче.
Берем. Ох, я тут сложила все в рюкзак. Так, короче, тут будут лежать рюкзаки. Вот тут, нет, так не надо. Так, тут я тоже сложила. Тут рюкзачки. Пеналы. Сюда. Будет лежать этот изрисованный блокнотик. Сюда компьютер. Сюда еще глобус нужно поставить. Вы можете как хотите обустраивать. Я просто показываю, как можно. Не обязательно так вот обустраивать. Просто я так буду обустраивать. Знаете, что я на полочке каждый буду свои вещи ставить. Так, ну тут рисовальные штучки. Клей, конечно, не рисовальная штучка, но... Так, сюда, я думаю, это поставим. Мышка с компьютером должна быть. Кот. Коты. Интересно, кто будет в школе смотреть котов? Ну, ладно. Как хотите, смотрите на здоровье, не моя же школа. Эй, в смысле, я не понял. Так, сюда книжечки, как вы уже поняли. Я на эту вот полочку буду ставить тоже книжечки. Спасибо большое, Анна Церес Бар. Я не знаю, как правильно произносить. Извините, пожалуйста, если неправильно. Я смотрю ее канал «Притока Бока». Она меня вдохновляет. Спасибо большое. Спасибо, ребята, за 200 подписчиков. Просто я в шоке. Еще на видео одном столько много просмотров. 500 000. Спасибо большое. Я не знала, что у меня получится. Моя мечта – это золотая кнопка в YouTube. Ну вот, ребята, вот так вот у нас получилось. Приходите все в мой магазин. Делайте такой же магазин. И тут можно еще упаковывать ножнички. Будет выглядеть, как вот это сладости. Тут я сделала реально сладости, потому что, ну, не всем же пропадать. Там есть реально некоторые крутые, которые я оставила. Короче, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь, если вам понравилось это видео. Крутой, мне кажется, получился магазин канцелярии. Я теперь тут буду работать, кстати. Да. И... Давайте такой же и работайте на здоровье. Если кто-то заинтересован больше такого контента про Тока Бока, теперь будет такое и еще несколько маленьких распаковочек, то тогда подписывайтесь, ставьте лайк, пишите в комментариях. Надеюсь, комментарии теперь будут открыты. Всем пока-пока! Люблю!